Необдуманное решение. Бобруйчанин сорвал флаг с магазина. Возбуждены уголовные дела за надругательство над государственными символами. Что грозит дебоширу? Жажда наживы. В Кричевском районе таможенники задержали контрабандиста. Был обнаружен товар перец свежий массой около 16 тонн и стоимостью свыше 150 тысяч белорусских рублей. Уместен ли торг? Не оставляйте без присмотра. В Бобруйске накануне сбили ребенка. Мы обращаемся к водителям, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах ДТП. Почему за детьми и дорогой нужен глаз да глаз? Это «Сирена». Громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Решился на сомнительный подвиг после рюмки. Бобруйчанин сорвал флаг с магазина. Молодой человек под шофе прогуливался по городу и спонтанно решил снять госсимвол со здания. Спустя несколько метров просто-напросто его выбросил. Еще несколько подобных случаев за последнее время зарегистрировано в столице и регионах. Напоминаем. Подобное поведение относится к уголовно наказуемым деяниям. По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела за надругательство над государственными символами. В каждом случае дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы. В Беларуси стартует комплекс мероприятий по борьбе с педофилией. Министерство внутренних дел с 10 ноября по 5 декабря уделит особое внимание противодействию преступлений против половой неприкосновенности и обороту детской порнографии. Основная цель акции – побудить людей незамедлительно сообщать в милицию о совершении сексуальных действий в отношении детей. Только так возможно своевременно предпринимать меры реагирования. Комплексом предусматривают совместную работу со всеми заинтересованными субъектами профилактики, министерствами образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. В сентябре в Бобруйске, напомню, задержали педофила. В милицию обратились родители 11-летней девочки. Ее домогался 30-летний житель Витебской области, который приехал в город к знакомым. Еще один подобный случай произошел в октябре в Могилеве. Тревогу забила мать двоих несовершеннолетних, когда заметила явные изменения в поведении. Оказалось, дети подверглись насилию со стороны их же отца, с которым женщина в разводе и проживает отдельно. Нелегальный груз. Могилевские таможенники выявили факт незаконной транспортировки овощей. Инцидент произошел в Кричевском районе. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой совместно с ГАИ остановили «Мерседес» с полуприцепом-рефрижератором. За рулем был гражданин России. При осмотре полуприцепа данного грузового средства за утеплителем «Пеноплекс» был обнаружен товар перец свежий массой около 16 тонн и стоимостью свыше 150 тысяч белорусских рублей. На товар отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. По факту могилевской таможни начат административный процесс. Горе-предпринимателю грозит штраф до 960 рублей. Легкие деньги или крупный штраф? Спустя несколько дней после предыдущего инцидента сотрудники областной таможни выявили факт нелегального провоза электронных сигарет. Случай произошел в областном центре. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой совместно с налоговой остановили «Ладу». За рулем был индивидуальный предприниматель из Гродно. При осмотре грузового отсека данного транспортного средства был обнаружен товар – одноразовые электронные сигареты в количестве 800 единиц и стоимостью свыше 50 тысяч белорусских рублей. На товар отсутствовали необходимые документы. По данному факту начат административный процесс. Контрабандисту грозит штраф до 25 тысяч рублей. Заработал на уголовку. Сотрудники Бобруйской милиции задержали вора крупного рогатого скота. Правоохранители остановили автомобиль. Внутри оказалось 6 бычков с бирками. По ним мы выявили настоящего владельца. Животные, как оказалось, принадлежат сельхозпредприятию Кировского района. После инвентаризация показала крупную недостачу – почти 80 голов на общую сумму более 160 тысяч рублей. Бригадиры и его соучастники, в том числе скупщик мяса, задержаны правоохранителями. В отношении последних возбуждено уголовное дело, и все они задержаны по подозрению в совершении преступления. Бригадир сельхозпредприятия, как позже выяснилось, вместе с подельниками похищал животных на протяжении нескольких месяцев. Потенциальные покупатели приезжали по ночам на ферму и забирали скот, рассчитывали за него наличными по заниженной стоимости. Только один ИП из Могилева с сентября по ноябрь купил таким образом 54 бычка.
Смотрите по сторонам или почему беспечность стоит дорого. В Бобруйске накануне сбили ребенка. Авария произошла около 2 часов дня. Ситроен двигался по Пролетарской, при повороте налево вблизи 25-го дома наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по линии тротуара. С травмами его госпитализировали. Мы обращаемся к водителям, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах ДТП, в том числе записи видеорегистраторов. Сообщите об этом по номеру 102. За прошедшие длинные выходные в республике зарегистрировано 466 ДТП с материальным ущербом. 6 человек погибло и 15 получили травмы. В Могилевской области за это время никто не пострадал. В регионе выявлено свыше 1800 нарушений ПДД. Тяжесть последствий. В Осиповичском районе под колесами автомобиля погибла пенсионерка. ГАЗ наехал на жительницу райцентра, когда та переходила дорогу. Сразу после водитель скрылся. Однако к утру его личность установили. Последние недели, к слову, увеличилось количество похожих случаев. Правоохранители напоминают, не стоит покидать место ДТП. Отягощающие обстоятельства сильно усугубляют положение. Проводятся оперативно-розыскные и иные мероприятия. При необходимости вводится план «Перехват», в рамках которого задействуются все наряды органов внутренних дел. С учетом принимаемых мер и уровня развития современных технологий, затеряться скрывшемуся водителю практически невозможно. При совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте, по возможности оказать помощь пострадавшему, не перемещать автомобили и предметы, которые имеют отношение к делу, и сообщить в экстренные службы. Смертельное столкновение. ГАИ ищет очевидцев аварии. ДТП произошло 2 октября на 3-м километре дороги Могилев-Бобруйск около часа дня. Форд не справился с управлением и машину вынесло на встречку. В результате пассажирка Дача скончалась на месте. Ремнем безопасности она пристегнута не была. Специалистам пришлось на несколько часов перекрыть участок дороги. Любую информацию, в том числе наличие записей с видеорегистратора, просьба сообщить по номеру 102. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю.